Всем привет! Сегодня понедельник, 22 апреля, значит, пятый день, получается, ремонта нашего нового купленного трактора. Вот мы его уже пробовали в поле, то есть вот с такой бараной он у нас ездил там, поэтому будет отдельное видео. Сегодня продолжаем ремонт. Что у нас по ремонту? Значит, тахоспидометр у нас не работает, поменяли тросик, подозрение, что вот эта штучка не крутит тросик, из-за этого спидометр не работает. Сейчас я его буду менять. Да, когда менял, забыл, как эта штучка называется, привод тахоспидометра на МТЗ, это называется штучка, так что вот мы ее меняем. Второе, крутили, готово. Делали, и теперь самая проблема, это третий, дальний. Визуально попробую, работает он, нет? Мой взгляд работает. Когда я прокручивал от руки, он крутился, то есть у меня были ощущения, что он рабочий, но на самом деле он просто прокручивался, а тросик не крутился. Делать, потому что я его кручу, от руки все крутится. Точно так же, как и новый. Новый кручу. Вот. Сейчас. Все он так же крутится. Сейчас попробую я еще раз. Тросик, я говорю, что уже новый поменявший. Сейчас. А вот. Разница есть, то есть тросик не ощущался на том, а сейчас вот четко ощущается, что я прокручиваю весь тросик. Так что поставим-ка мы вот это, а вот это, значит, что-то либо холостую крутится, либо непонятно что. Прокладка у нас та целая, она там залипшая. Не буду ее трогать, срывать. А здесь маленько герметика. Один наживем, второй что-то нижний. Не попасть было. Началось сверху. Нет, все, попало. Что у нас, получилось или не получилось? Попробуем завести. Так. Пробуем. Так, напоминаю, значит, у нас 90-й стоит аккумулятор и родной стартер. Так, наверное, это сигнал. Так, тахоспидометр у нас стоит 7732,
моточасла, часа, и ну все, пробуем звонить. Ну, еще раз попробуем, посмотрим, какие датчики, что у нас работает. Знаешь, зарядка аккумулятора. Надо смотреть, что там больно много. Воздуха у нас нет. Давление. Ну, как мы и говорили, сейчас четверку, но примерно так он и держит. То есть сейчас масло новое, все поменяли мы. И тахоспидометр. Вот, все заработало, работает. Ну, и ладно.